Начинаю свою ванную комнату приводить в порядок. Она у нас вот такая вот, очень маленькая. Ну, знаете, все вот это уже надоело. Все эти одуванчики, голубые коврики. Сейчас буду менять. Все почищу, помою. Кафель, раковины, унитаз. И будет перемена в более ярком цвете. Посмотрим, что получится. Закончила уборку в ванной комнате, все помыла, вычистила. И хочу показать, что я купила. Вот таких два коврика. Решила не брать, знаете, такой, как идет кольцом вокруг унитаза, а просто вот такой простой коврик. И второй коврик, вот он побольше, напротив раковины. Также вот такая вот шторка для ванны. Сейчас посмотрим, как она будет смотреться. И два полотенца. Все у меня в такой яркой цветовой гамме. Так хочется все изменить, поменять. От таких цветов как-то и настроение сразу повышается. Так, хочу показать, как я одеваю вот эти крючочки. Вот здесь, видите, у меня такая клееночка под низом желтая. И сверху вот эту шторку новую. И вот такие вот крючочки будут одеваться на гардину, которая будет находиться над ванной. Вот они. И заодно здесь смотрю YouTube. Зря время не теряю. Занимаюсь делами и смотрю своих блогеров, их новые видео. Это канал Майя Лиза. Она, кстати, тоже живет в Спокене. Вот смотрю ее видео. Закончила я уборку в ванной комнате. И вот что у меня получилось. Теперь у меня ванна прям вся горит, горит. Ну вот я вам уже показала два вот этих коврика. Еще не убрала наклейки новые. Вот такая вот шторка. Я, знаете, что забыла? Забыла ее прогладить. Но в следующий раз, как время будет, обязательно проглажу, потому что мне не нравятся вот эти заломы. Два полотенца. Еще белые тоже также оставлю, будет вот так белое-оранжевое, белое-оранжевое полотенце махровые. Так, ну, в принципе, ванну я уже свою показывала, тут ничего нового нет. Такой ополаскиватель для рта купила, Листерин, мне очень нравится, антисептик. Ну что у меня тут, мыло еще жидкое, черное мыло сейчас использую, African Black Soap называется. Хорошо, когда вот какие-то прыщики на лице, на теле появляются, мне нравится. У него такой запах приятный. Так, вот этих два моющих я использовала для очистки ванной комнаты, хотела вам показать. Windex первый раз купила вот такой с винегер, это с уксусом. Обычно я просто Windex обычный покупала. Хороший, мне понравился. Его на все поверхности можно брызгать, там на кафель, даже вот на поверхность пола я использовала. Вот на унитаз сверху, блеск дает, хорошо так, мне понравилось. И также для чистки ванны, также унитаза, раковины использую вот такой Clorox Splashless. Он не жидкий, он, знаете, он такой как гелеобразный. Очень мне понравился. Вообще это для машинки автомат он используется, но я стала вот так его пользовать для чистки. Очень хорошо удаляет все эти какие-то красные, коричневые пятна. Вот эта штучка, это для Кейдена. Когда он приезжает, ложится на унитаз, такое маленькое сиденье детское. Покажу вам еще раз свою полочку, уже показывала когда-то. Мыло мое новое, пополнилась моя коллекция. Такое мыло вообще классный, запах обалденный. Лаванда и ромашка, увлажняющее мыло. Освежитель воздуха, но мне что-то не очень понравился, так стоит. Вот эти шкатулки, это тоже у меня мыло. Музыкальные шкатулочки. Так, мыло музыкальные шкатулки. Вот специально завела музыку. Versace духи. Ну, это такие молодежные мне подарили, но я так не пользуюсь.
Вот это тоже звезда голубая, тоже очень такой насыщенный запах, им только зимой можно пользоваться. Хотела показать вот для запаха ванны, что я использую, мне очень нравится. Что-то музыка долго играет, думала чуть-чуть. Вот так он называется. Это средство распыляется на... Здесь нарисовано, можно на мебель, на кровать, на шторы, да, на тюль, там, на одежду. Вот в ванной комнате я его брызгаю на эту шторку. И запах такой приятный. Вот те, кто курят, люди. Ну, я не курю. Купила бомбочки. Первый раз в своей жизни купила бомбочки. Обычно я для ванны вот это использую. Вот, с добавлением эвкалипта, там различных трав. И такой очень приятный запах. И водичка с пенкой получается. Вот эти бомбочки ни разу не пробовала. Попробую. Ну что, вот и все. Вот такой вот обзорчик небольшой. Наверху стоит мое мыло. Уже моя коллекция тратится. Я тут коллекционирую мыло, но я не такой, знаете, коллекционер, который только коллекционирует. Я все это покупаю и потом трачу. Нахожусь у родителей на балкончике. Погода классная. Судя по тому, что с утра лил дождь такой сильный-сильный. Где-то, наверное, до 12, может быть, до часу. Вообще, вчера смотрела, передавали на сегодняшний день шторм. Но хорошо, ничего не случилось, никакого шторма, просто дождь прошел. Деревья вот только начинают набирать цвет, еще не цветут. Вот у родителей угловая квартира, двухбедрумная, а сбоку, сейчас покажу вот этот выступ, это уже начинается соседняя квартира, трехбедрум. Трехэтажное здание отдельное, я уже говорила, здесь живут люди после 55. Вот солнышко заходит, заходит постепенно. Красота какая! Небо обалденное. Все зелененькое уже у них. Всем привет, с вами Никита, и сегодня вам хочу показать постер про животное волка, который я делал в школе. Я делала этот постер, изучал про волка, и мы это делали, потому что у нас был один филд-трип, называется Bighorn Show, и там можно было поймать рыбу, там было очень разные там животные, были медведи, в общем, разные штуки. И вот мы делали постер про животных. Я выбрала вот волка. Вот тут волк. Тут все описано, что они кушают, сколько они висят, где они живут. Тут еще есть различные фотографии. Различные да? фотографии. Тут и белый волк есть. Так, а это волк или лиса? Что-то на лису похоже. Это волк. Волк такой, волчонок. А вот эти вот зеленые и розовые бумажки, это когда мы закончили свои постеры, и мы их когда целому всему классу показывали, что ты нам сделал, то дети, которые тебя слушали, они оставили оценки, как ты делал. Плохо, хорошо, отлично. Вот у меня... 3 и 4. 3 это хорошо, 4 вообще отлично. Вот у меня 3. А, это дети тебе наставили оценок, да? 3 и 4. Потому что в Америке это совсем по-другому, не как у нас оценивается, да? Ну да. И вот. И вот волка. Все? Все рассказал? Фан факт, то, что они живут в больших местах мира,
чем они были найдены, except для этих мальчиков. Ну, молодец. Вот такой вот Никита нам сделал. Как называется? Постер? Постер. Постер. Мы его так называем. Я не знаю, как это там по-русски называется. Ну да, по-английски в школе так называется постер. Ну, Никита молодец. Это я сегодня была на Никиткиной конференции, и в школе вот учительница мне отдала Никитин постер домой. Теперь нужно его приделать на стенку, да? Угу. Все, всем пока. Всем пока. Еще и Кейден сегодня к нам приехал. Вот у нас какой длинный день, да? И Рови радуется. Рови только выпустила, его закрыла. Он немножко кусается. Байт. Ух, какой Рови. Стоп, стоп. Don't bite, Кейден. Рови, стоп. Садись, садись, Кейден, и смотрите Лунтика. Вот самый знаменитый мультфильм всех времен и народов. Да. Русских народов. Русских народов, да, но смотрим даже в Америке. Рови, ты что творишь, а? Смотри какой. Вот он понимает, что Кейден маленький, и он начинает его цеплять. Нельзя, Рови, нельзя. Рови, стоп. Нельзя кусаться. Смотри какой, а. Рова. Иди к хозяину. Хозяин внизу. Иди. Смотри, что творит. Рови, ты что творишь, а? Что творишь? Сейчас в будку свою пойдешь. Да, в будку. Давай. Давай. Откроем. Что-то не могу ее. Давай. На место. На место. Рови, заходи. Место. Не хочет, не хочет. Да. Рови, как ты говоришь? Рови? Рови! Рови! А! Рови! Так, Рови смотрит, куда Кейден полез, да? Осторожно, осторожно, Никита, тяни его за ноги назад. Ох, как Кейден качается, да? Качаешься? Куда ты? Я сейчас буду массироваться вот на таком массажере. Ты хочешь, да? Ну давай, Кейден тогда будет. Кейден первый, Грэма вторая, да? Смотри, что там такое, да? Не, садись, надо спинкой садиться. Садись, sit down, Кейден. Sit, Кейден. Садись, садись вот так на кресло, молодец. И вот так спинку будешь массировать, да? Классно? Радуга, радуга вышла, смотрите. Только сейчас заметила, вот он кусочек радуги. Уже наш день завершается. Сегодня вот снимала у родителей, да, показывала, какая погода. В обед стала замечательной. После утреннего дождя сейчас снова гром. Дождик идет такой мелкий-мелкий. Слепой дождь мы его называем. И радуга. Класс. На улице так тихо, так спокойно. На сегодня шторм передавали, но, видимо, вот такой вот шторм. Был немножко ветер, но сейчас так тихо, спокойно. Класс. Слышите? Вдалеке гром гремит, дождик мелкий идет, птички поют, и радуга уже исчезает. Давайте, усаживайтесь, я вас сейчас буду фотографировать. Так, Кейден, смотри на меня, смотри на меня. Чиз! Чиз! А я видео снимаю. Так, давайте еще раз. Чиз!
Рови ничего не поймет, что это такое. Ой, сейчас сгрызет, заберет. Рови, стоп!